Книга «Открытым оком», тема крещения, том 1, вопрос 73. Я крестилась в Знаменском монастыре полным погружением, но я ничего не знаю, никто мне ничего не рассказывал о божественном докрещении. Считается ли мое крещение истинным, если я ничего не поняла из того, что мне говорили при крещении и перед крещением, но после крещения причастили? Я же ничего не знаю. Что такое причащение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На все подобные вопросы уже отвечено было, и теперь можно прочитать в книге «К истинному православию» в главе о крещении. Повторять крещение истинное нельзя, нужно срочно учаться всему спасительному из Библии по святым отцам.